Екатерина Нефедова регулярно выступает сольными концертами на сценических площадках Одинцовского округа. Причем каждая работа уникальна и не похожа на предыдущую программу. В этот раз оперная дива остановила свой выбор на романсе. Программа отличается от большинства романсовых программ тем, что я в силу своих индивидуальных особенностей подчеркнула сильные стороны героев и, соответственно, сделала такой выбор романсов. То есть мои герои, они борются за свою любовь, за свое счастье и порой бывают, в конце концов, счастливы. Но если их ждет поражение, они или борются дальше, или как-то преодолевают и живут дальше. Ведь говорят, в любви, как на войне, все средства хороши. Катерина призналась, что концерт – это большая ответственность и серьезная работа. Каждый раз, выходя на сцену, она испытывает волнение и переживает о том, удастся ли ей через песни проникнуть в сердца людей и рассказать свою историю. Я привыкла петь во многих образах. Я надевала военную форму, буденовку, пела революционные песни, военные песни, песни 30-х годов и даже песни Максима Дунаевского в моей программе «Пора, пора, порадуемся». Но каждый раз всегда меня охватывает волнение. Певица исполнила 16 романсов, и в каждом произведении торжествует любовь. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».